Всего несколько дней разделяет нас от нового 2020 года. В преддверии главного зимнего праздника глава района Адам Джарим поздравил жителей ильского поселения с наступающим Новым годом и Рождеством. Год проходит, год прошел, мы все живы, в здравии. Поэтому пусть и в следующем году только здоровье и благополучие будет в ваших домах. Семьям вашим только благополучие, только ясного солнечного неба, чтобы ничто в 2020 году не омрачило ваш семейный уют, семейный покой. Чтобы все было хорошо детям, внукам, правнукам. Только счастье, только благополучие. Здоровья вам, с наступающим Новым годом. Люблю вас всех, спасибо вам. В уютной праздничной обстановке состоялось торжественное награждение жителей поселения. Благодарность от губернатора Краснодарского края за многолетний труд получил член Совета старейшин при президенте России Анатолий Нечепуренко. Новогодний огонек – это веселый праздник, настроение которому создают не только теплые слова поздравлений, но и традиционные новогодние песни. Артисты Ильского дома культуры подготовили яркую концертную программу.